Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Сегодня медицинский прибор «Нанопро» стоит 59 999 рублей. При этом автоматически вы получаете бесплатную доставку. И впервые у наших телезрительниц появилась возможность оплатить свой заказ долями без комиссий, без переплат в 4 равных платежа. И, конечно, проблема недержания мочи – деликатная проблема, о которой молчат большинство женщин. Статистика говорит о том, что у каждой третьей женщины в России недержание мочи. Затем каждые 5 лет прибавляется по 10% женщин с данной проблемой. То есть к 50-70 годам эту проблему практически имеет каждая женщина в той или иной степени. Позаботьтесь о своем женском здоровье прямо сейчас с нашим физиотерапевтическим прибором нового поколения «Нанопрост», который не имеет аналогов во всем мире. Это эффективное лечение и профилактика недержания мочи от российских ученых. Еще раз, аналогов просто не существует. Звоните, заказывайте, а мы послушаем пока научно-популярный ролик. Дискомфорт, постоянный стресс и жгучее чувство стыда. Так живут почти 40% женщин старше 30 лет. Все дело в недержании мочи. В основном от такой деликатной проблемы страдают женщины от 20 до 80 лет. Но чаще всего недержание возникает у дам от 45 до 60. Почему это происходит? У молодых женщин мышцы тазового дна часто перерастянуты и ослаблены после родов. Но ближе к 50 меняется еще и гормональный фон. Уменьшается количество эстрогенов, мышцы теряют силу и эластичность. Моча снова подтекает, а женщина нуждается в дополнительных средствах гигиены. Исследователи утверждают, чаще других недержание возникает у женщин с генетической предрасположенностью, избыточным весом, при неврологических проблемах и на фоне сахарного диабета. По статистике, в развитых странах к специалисту по поводу недержания обращаются 30% женщин, а в России таких лишь 10%. Многие считают, что утечка мочи – это неизбежная часть старения. Они добровольно мирятся с раздражающими симптомами, меняют образ жизни и замыкаются в себе, впадая в депрессию. И каждая женщина испытывает, конечно, дискомфорт, сталкиваясь с такой проблемой. И каждая женщина испытывает даже стыд иногда, да, потому что такая проблема очень деликатная, и о ней не принято говорить в обществе. Но эта проблема существует, и мы сегодня будем с вами об этом говорить с экспертами и гостями нашего прямого эфира. Со мной сегодня Сергей Голицын, научный сотрудник компании «Технологии будущего», который, собственно, расскажет, как работает «Нанопрост» на решение этой деликатной проблемы. Сергей, вам слово. Да, добрый день. Дорогие телезрители, сегодня в очередной раз мы поговорим о такой серьезной проблеме, как недержание мочи. И, конечно же, сегодня поговорим о нашем приборе «Нанопрост». Это современная инновационная разработка отечественных ученых, с помощью которой мы можем решать комплексно достаточно серьезные проблемы. Это проблема, как я уже сказал, недержания мочи, различных воспалительных заболеваний мочеполовой системы. Плюсом к этому всему это, конечно же, решение такой проблемы, как воспаление геморроидальных узлов. Ну и если говорить о мужчинах, то это проблема простатита. Два ключевых основных действия включает в себя данный прибор. Это воздействие вибромассажа, который позволяет за одну процедуру получать порядка 14 тысяч сокращений, что способствует тому, что мышцы тазового дна приходят в тонус, они становятся более упругими и удерживают жидкость в мочевом пузыре. Ну а если мы говорим про магнитное поле, то оно, конечно же, способствует притоку свежей, насыщенной крови, насыщенной кислородом крови к органам малого таза, что способствует тому, что выводятся различные воспалительные явления, и проблема решается комплексно. Кому показан прибор, мы видим, что это недержание мочи, частые или болезненные мочеиспускания, хронические уретроциститы, гиперактивный мочевой пузырь, тазовые боли и, как следствие, снижение либидо. Все это является прямыми показаниями. Ну и вы видите эффекты, которые вы будете получать уже буквально после первой процедуры. Это, конечно же, обезболивающий эффект, потому что первоначально, конечно, люди приходят, когда у них что-то болит. И как результат вы видите, что мышцы подтягиваются, жидкость удерживается в мочевом пузыре, потому что сокращение мышц приводит к тому, что мочевой пузырь выполняет свою функцию качественно. 14 тысяч сокращений за одну буквально процедуру, как я уже сказал, аналогов этому прибору просто нет, и самостоятельно человек никакими гимнастиками мышцам этот тонус вернуть не сможет. И именно наш прибор сможет это сделать быстро, легко, в домашних условиях, никаким образом не доставляя вам никакого дискомфорта. Ну да, действительно, и обратите внимание, что только сегодня это главный товар сегодняшнего дня –
это, как сказать вот вам, это экстренное включение нашей рубрики, потому что этого эфира не должно было состояться. Но слишком много запросов у наших телезрителей по поводу «Нано просто», и мы понимаем, какая это популярность. Напоминаю, что каждый, кто делает сегодня покупку у нас в прямом эфире, получает в подарок наш алгазгель Нефра, который решает проблемы мочеполовой системы. Вот вы три банки с водорослем Вифукус получаете, да, только вчера вот у нас была презентация. Обратите внимание, это ваш подарок. Плюс бесплатная доставка. Это пожизненная гарантия на прибор медицинского назначения «Нанопрост». И плюс еще, сегодня впервые для наших телезрителей появилась уникальная возможность оплатить этот заказ долями, без комиссий, без переплат, четырьмя равными платежами. 5% скидка действует для наших телезрителей при оплате заказа сразу картой, а это еще 3000 рублей, обратите внимание. И вот она, ваша выгода, посмотрите, один прием, не знаю, 4500, у меня сейчас муж идет к врачу завтра, 4500 рублей прием в Москве стоит, комплексное исследование, там 20 тысяч рублей, операция 60 тысяч рублей. Мы с вами экономим сегодня, заказывая прибор, который вам на всю жизнь. Это не только для вас, вы можете пользоваться вместе с супругом. Это не только недержание мочи, хотя эта проблема просто глобальная для женщин в определенном возрасте. Это еще и геморрой, это еще и запоры. Для мужчины это простатит, тоже такая очень важная и деликатная, опять же, тема. Да, все, что касается этих историй, звоните, заказывайте, потому что количество ограничено только один день. Не забывайте про оплату заказа долями. Ну что ж, вот, кстати, недержание, вот такие вопросы от наших телезрителей поступают, да, вот нам писала Ирина, наша телезрительница, у меня, говорит, у бабушки было недержание мочи, у меня у мамы было недержание мочи, чего мне ждать? Как вообще, передается ли это по наследству, откуда это берется? Ну, на самом деле, некая генетическая предрасположенность есть, то есть это заболевание, которое имеет свойство с возрастом набирать все больше и больше обороты, в зоне риска находится достаточно большое количество людей, и проблема заключается в том, что когда на начальном этапе женщина игнорирует эту проблему, да, не обращает на нее внимания, пытается ее как-то просто нивелировать, скажем так, теми же самыми какими-то прокладками, это никоим образом проблему не решает, и со временем она становится просто бесконтрольной. И эту проблему мы решаем с помощью прибора медицинского назначения «Нанопрост», не выходя из дома. Это ваш физиотерапевтический кабинет. Всего 15 минут в день, и вы решаете эту проблему. Звоните и заказывайте прямо сейчас, успевайте.